Это у нас, получается, тротуары, я так понимаю. Это у нас дороги. Здесь вот лавки у нас будут, то есть такая зона отдыха. Глобальная реконструкция добралась до парка на южной стороне. В руках Сергея Юрова план изменений. Одно из первых – автогородок. Он появится на территории, где раньше была площадка для проведения городских мероприятий. Полноценные настоящие светофоры, дорожные настоящие знаки. Дорожные знаки, настоящие автобусные остановки, пост ДПС, железнодорожный переезд, значит, шлагбаумы. То есть, ну, тут по полной полиция программе. Будет? У нас автомобили готовы уже. Это будет не просто площадка для игр. Здесь планируют проводить занятия для школьников по безопасности дорожного движения. Измениться должны и существующие аттракционы. В следующем году планируем, значит, ну, здесь полностью перекраивать с умощением, потому что дорожки уже пришли в него. К вам просьба какая? Подход к этому, он должен быть комплексным. То, о чем мы говорили. То есть нужно прежде всего взять и разработать проект. Проект обсудят через месяц, но это планы на следующий год. А вот городской парк уже меняется. А столы становятся сюда. Столы становятся сюда, здесь асфальт, резинка и столы становятся. Там убираем и делаем газон. Будет оборудована площадка для волейбола, появятся новые теннисные столы. Там, где раньше был каток, роллер-дром сделают концертную площадку. В этом году уже начались работы. В этом году мы изменения коснутся прежде всего вот этой зоны, где мы с вами сейчас находимся. Это станет полноценной концертной площадкой. Это будет стационарная сцена, это будут стационарные трибуны. Также мы будем использовать эту территорию как полноценную концертную площадку. Порядка где-то 1000 человек здесь можно организовать посадочные места. А вот в парке «Фабричный пруд» часть работ подходит к финалу. Горожане уже прогуливаются по вымощенным дорожкам. Спасибо, хорошо делаете. Хорошо, удобно ходить. И красиво, и удобно. А в администрации обсуждают, как еще улучшить городской пруд. Например, вдоль велодорожки продлят аллею из голубых елей. Вокруг пруда установят скамейки и новую детскую площадку. Все это планируют завершить до 10 сентября.